Мик Джаггер росли у меня в 2 года. Ха, друзья, это никакая не шутка. Rolling Stones — это первая музыка, которая нравилась мне в моей жизни. Мои родственники свидетельствуют, что я еще едва научился ходить, ну то есть мне было там около 2 лет. Я поднимал палец и начинал бегать под их музыку, именно реагировал только на музыку Rolling Stones. Понимаете, тут что сказать? Вот это ответ на вопрос о моих идеалах, о том, к чему стремится моя душа. Моя душа стремится к рок-н-роллу и вот к этому мироощущению. Группа Rolling Stones. Группа Rolling Stones — это корневая абсолютно группа, как я теперь четко осознаю своим мышлением. Вот. Кстати, я только что скопировал Александра Липова, между прочим. Очень мне нравится, как он ведет. Канал «Белый ветер», если что, посмотрите. Эту луну на ходу, конечно, не снимешь. Короче, полная луна. Вот. И что касается, вот если кто-то говорит, что такое настоящий разврат, настоящий балдеж, настоящий отрыв, то это Rolling Stones. То, что демонстрирует нам, как бы по-дедовски говорю, то, что демонстрирует нам современные исполнители, это не разврат, это не балдеж. Ой, вот Rolling Stones, это да. Понимаете, и... Может быть, мне это мешает. То есть это вот как-то... Я хотел бы вот в этом остаться, в этом отчасти, может быть, инфантилизме, в таком желании просто подпрыгивать от радости. Но при этом, при всем, как бы весьма независимо и весьма, так сказать, ну... гордо относительно общества. А вообще от общества ничего хорошего ждать не приходится, как показывает все современное, так сказать, добро. Вот. От общества ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому, собственно, как сказал Воланд, ничего не изменилось. Так что это, в общем-то, конечно, он совершенно верно сказал. К сожалению, я думал, что что-то изменилось с тех пор, как Воланд посещал Москву. Но могу сказать, что только хуже стало. Вот полная луна над развязкой. Летняя ночь. Холодная летняя ночь. Вот. Ну что же. Двигаемся на нашу базу. Обложимся любимыми фильмами, книгами. Вот. Положим себе тарелочку пельмешечек и, так сказать, вот, завершим этот день на взлете, а о завтрашнем думать не будем.